Всем привет! Я уже сравнивал FPS на старом и новом рангеле, когда новый рангель выходил на тестовом сервере, и тогда с FPS были небольшие проблемы на новой версии рангеля. Сейчас же на тестовом сервере вышел полный патч, который выйдет 24 июля, в котором уже будет новая версия рангеля, и разработчики нам пообещали, что они оптимизировали карту. Поэтому давайте посмотрим сейчас, что стало с FPS. Слева старая версия рангеля, справа новая версия рангеля. Какой могу сделать вывод? FPS реально сильно вырос, особенно в открытых местах, особенно там, где я ездил по пляжу. На новом рангеле FPS достигал 188 FPS, и это во время записи. Без записи это было все 200. Единственное, что в больших городах FPS местами чуть меньше, но в основном он больше. Поэтому и в городах можно сказать, что они реально оптимизировали эту карту. Всем спасибо за внимание, всем пока.